По сведениям пресс-службы ГИБДД, за прошедшую неделю на территории Белореченского района было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками отдела ГИБДД, отдела МВД России по Белореченскому району к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 290 человек, в том числе за грубые нарушения, предусматривающие лишение прав на управление транспортным средством, 9 человек. На дорогах района выявлено 5 водителей в состоянии опьянения. Зафиксировано 36 нарушений правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 16 фактов непредоставления преимущества пешеходам и 7 фактов невыполнения требования уступить дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения. 7 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях.